Огромный монстр-паук нападает на город. Успейте поставить лайк за 3 секунды, чтобы спасти всех. Считаю. Раз, два, три. Вот так выглядит начало паутины. Наша задача построить ее полностью, чтобы вот эти мошки попадали в ловушку. Для этого нам нужен, конечно же, паук. Поэтому я, естественно, спауню одного вот такого паучка. Ну и его задача сейчас будет заключаться в том, что он будет строить паутину. Вот как раз-таки, смотрите, друзья, он уже первую диагональ начинает проводить. Ну и чем больше мы вместе с вами их наспауним, тем быстрее мы вместе с вами построим паутинку. И все это будет происходить в игру под названием Spiders Evolution. Ну что ж, друзья, у нас имеется 4 паучка. Видим то, что они начинают закруглять нашу паутину, ну и уже вот в эти маленькие вроде бы полосочки попадаются наши мушки. Ну и давайте-ка сейчас мы вместе с вами, друзья, прокачаем, конечно же, денежки, потому что за одну мушку мы получаем всего лишь 10 центов. Но если мы сейчас прокачаем вот этот параметр аж до 5 уровня, то количество денежек у нас прибавляется с 10 до 24. Вот это, ребятоньки, уже совсем другое дело. Также я вижу параметр скорости. Он у нас тоже на первом уровне. Давайте прокачаем, наверное, хотя бы до 5 левела. И ничего себе! У нас вместе с вами, друзья, даже паучки поменялись, и теперь они вот такого оранжевого цвета. И, кстати, ничего себе! Вы это видели? Офигеть! У нас только что ящерица своровала одного паучка. И это, честно говоря, друзья, очень даже обидно. То есть тут надо еще и вовремя смотреть на наших вражеских противников. Ну ладно, хорошо. Сейчас я тогда, конечно же, добавлю еще двоих паучков. Видим то, что теперь их 5 штучек. Ну и, в принципе, я, наверное, еще, друзья, прокачаю скорость и опять-таки буду вот тут этих недругов, ребятки, отгонять. Потому что они реально пытаются украсть наших паучков. Кстати, тут еще у нас имеется параметр инсект. И мы его вообще, ребятки, ни разу еще не прокачивали. Давайте тогда, конечно же, это сделаем. В принципе, это все стоит очень и очень даже дешево. Ну и теперь, ребятки, видим то, что наших насекомых стало в 2 раза больше. Ну это, в принципе, очень и очень даже хорошо. Теперь я буду, наверное, прокачивать, конечно же, опять-таки денежки, которые мы получаем с вот тут этих насекомых. Еще немножко инсект прокачаю. Ну и следующее, друзья, что я буду делать, это, конечно же, копить денежки на количество наших паучков, потому что я хочу сделать их очень и очень даже много. Ну и в целом мы построили нашу паутину уже на 53%. Вы представляете, друзья, насколько мы быстро вместе с вами все-таки справляемся с нашей задачей. Тем более у нас имеются денежки, чтобы еще одного паучка добавить. Ну и дальше, друзья, как я и обещал, все-таки, наверное, я буду прокачивать скорость, потому что пауков у нас действительно очень и очень даже много. В итоге скорость у нас прокачана, паучки становятся еще, друзья, быстрее. Ну и сама паутина становится, друзья, больше. В принципе, нам вообще осталось 8% доделать, и у нас будет все готово. Наверное, я сейчас еще прокачаю, конечно же, наши денежки. Теперь мы получаем уже по 75 вот тут этих монеточек. Ну и, в принципе, даже монеточки стали у нас золотыми, а не такими серебряными, либо же бронзовыми. Ну и в итоге вот она, друзья, наша первая паутинка. Следующее у нас будет вот на таких камнях. По сути, мы вместе с вами должны ее сделать очень даже быстро, потому что у нас сохраняется прогресс. Да, сама паутинка не такая опрятненькая, не такая кругленькая, как в прошлый раз, но зато у нас все-таки осталась наша группа паучков, а они, как вы знаете, уже очень хорошо сработались, ну и, естественно, делают работу очень даже быстро. Давайте я тогда сейчас к этим паучкам еще 2 штучки их добавлю, ну и, естественно, прокачиваем, друзья, как всегда, скорость наших паучков. Они, кстати, опять-таки, друзья, уже поменяли окрас и теперь выглядят вот так фиолетово. Такое чувство, будто они даже немножко стали больше. И, кстати, вы просто посмотрите, как мы быстро зарабатываем вместе с вами деньги. У нас вроде только недавно было 0, а теперь уже 20 тысяч. Наша паутинка уже построена на 40%. Мы вместе с вами каждый раз лутаем уровни. Вот у нас уже 16 имеется, уже 17 появился. Ну, короче, чем больше мы вместе с вами, ребятки, ловим вот тут этих мух, тем больше мы, конечно же, получаем опыт за наш левел. Ну и что же, следующее, что я буду прокачивать, друзья, это, конечно же, наши денежки, потому что они пока что стоят дешевле всего. И смотрите, друзья, сколько мы на этом уровне зарабатываем за одну муху. По 405 монеточек. Это, друзья, вообще абсолютный рекорд. Кстати, нам сразу же хватает денежек, чтобы еще одного паучка добавить, и теперь у нас их 10 из 20. Вы представляете, насколько это все-таки, друзья, много? Ну а у нас, ребятки, финалочка. Мы вместе с вами доделали паутинку, ну и вот она такая красивенькая у нас получилась. Также за прохождение этого левела нам дали 100 тысяч монеточек бонусом. Ну и по сути, на этой локации нам остается только справиться с вот этими кустами. Тут, кстати, очень интересное крепление
углубление нашей паутинки, тоже очень-очень даже кривенькое, но мне нравится то, что опять-таки паучки сразу же, друзья, выходят на исходную позицию и приступают, конечно же, к своей задаче. Кстати, друзья, у нас почему-то один паучок исчез. У нас же было их 10, а теперь стало 9. Ну ладно, сейчас тогда я прокачаю максимальное количество паучков, теперь их уже 12 штучек, но остальные денежки я, конечно же, потрачу опять-таки на скорость, потому что эти параметры самые важные для прохождения нашей игрушки. Ну а мы уже накопили нужное количество денежек, чтобы, конечно же, прокачать скорость нашим паучкам. И воу, ничего себе, смотрите, только что вот тут эта птичка прилетела. Я думал, она сейчас у нас отнимет нашего паучка, но, в принципе, все прошло более-менее неплохо. Как я обещал, я, конечно же, вкачиваю опять-таки денежки, и теперь уже 2000 мы вместе с вами получаем. Ну и самое, друзья, приятное, это то, что мы уже на 58% построили нашу паутинку. Давайте тогда сейчас на эти денежки я, конечно же, прокачу опять-таки скорость. Видим то, что у нас произошла эволюция наших паучков. Они опять-таки изменили окрас и стали теперь вот такими коричневыми. Дальше я хочу, конечно же, им помочь в количестве. Плюс еще один паучочек у нас имеется. Ну и следующее, наверное, что я прокачаю, это, конечно же, друзья, инкам, чтобы у нас побольше было наших денежек. Единственное, он, конечно, стоит 163 тысячи, но оно того, друзья, стоит, потому что нам теперь игрушечка дает уже по 3000 монеток. И теперь мы даже получаем не монетки, а вот такие банкноты. Блин, реально выглядит очень даже, друзья, жестко. Сейчас я прокачаю, конечно же, еще разочек скорость, чтобы побыстрее уже доделать паутинку. Но в итоге 1% остался. И есть! Вот такая интересная у нас паутинка получилась. 500 тысяч монеток мы сразу же получаем за прохождение этого уровня. Ну и вот она! У нас открылась, друзья, абсолютно новенькая локация. Ну и первое место, откуда мы начинаем, это вот такой замочек. Кстати, смотрите, тут у нас паутинка вообще очень и очень даже огромная. Тут у нас, кстати, теперь нету наших паучков старых добрых. Поэтому здесь мы начинаем, по сути, все с самого начала. Все-таки локация у нас изменилась. Ну и видим то, что тут у нас имеются вот такие зелененькие, очень даже интересные паучки. Я их могу, кстати, довольно-таки много так прокачивать, потому что денежек нам хватало. Ну и в итоге они проэволюционировались даже до синеньких паучков. И вот единственное, друзья, я очень даже жестко прокачался, но теперь у нас даже и денежек нету, чтобы еще что-то прокачивать. Просто тупо делаем потихонечку нашу паутинку. Ну что же, друзья, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите увидеть продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!